Друзья, всем привет! С вами компания «Формула ремонта». И сегодня мы находимся в жилом комплексе «Клевер». Сегодня сдаем квартиру площадью 60 метров для молодой семьи. Вот по такому проекту. Зона при входе у нас отделана керамическим гранитом с теплым полом. Здесь у нас будет установлен шкаф-купе. И по традиции в шкаф-купе мы прячем силовой щит, щит Wi-Fi. И здесь у нас будет еще щит для сигнализации. Из коридора попадаем в кухню-гостиную. Она у нас разделена на две зоны. Зона отдыха и зона приготовления пищи. По полу они разделены также керамическим гранитом и кварцвинилом. Стыковка между этими материалами выполнена через вот такой аккуратный шов. Корпусная мебель у нас уже смонтирована. Здесь лаконично вписался обеденный стол. Зона для просмотра ТВ-программ у нас выделена панелями Highwood. И зона ТВ также у нас выделена панелями Highwood. Установлено трековое освещение, и мы использовали теневой профиль на потолке. Из гостиной мы попадаем в спальню. Двери у нас межкомнатные от наших партнеров, двери в интерьере на Севастопольской. Чем они интересны? Это белая эмаль с магнитными замками, и на эту модель установлены петли скрытого монтажа. И вот такие мы используем во всех наших ремонтах, практически незаметные дверные ограничители. Вот такие классные прикроватные бра от наших партнеров Lighthouse. На стенах у нас однотонные обои, такие же, как и в гостиной. На полу кварцвинил. В квартире у нас получился вот такой замечательный балкончик. Зону гостиной от балкона отделили вот такой занавеской на скрытом карнизе. На балконе установлена потолочная сушилка и вот такие замечательные светильники стильные. Из гостиной мы попадаем в детскую. Она еще не обустроена. Обои у нас точно такие же однотонные, как и в гостиной. Выбирали обои в фирменном магазине «Море обоев» на проспекте Победы. Использовали теневой профиль по контуру комнаты. И, кстати говоря, вот такой вот интересный светильник подобрали для этой комнаты. Одной из интересных зон этой квартиры является ванная комната. Основная ее фишка – это наличие большого окна. И если у вас есть возможность купить квартиру именно такой планировки, рекомендуем вам ее выбрать, потому что это на самом деле современно и круто. В нашей ванной классический набор оборудования. Это акриловая ванна, подвесная тумба, зеркало и инсталляция. Ванную мы установили в три стенки. Для того, чтобы это сделать, мы возвели вот такой простенок. В этом простенке мы установили полки тонкие для хранения шампуней. За ним спрятали инсталляцию и бойлер, подвесная тумба вот с такой красивой современной подсветкой, зеркало с подсветкой, керамическую плитку, дизайн-проект ванной комнаты, подбор сантехнического оборудования мы сделали у наших партнеров Керамомарацци на Бородина 57. Ребята, спасибо, респект. Друзья, все чистовые материалы по нашим ремонтам мы подбираем у наших партнеров и в нашем офисе. Вы тратите минимально возможное время для того, чтобы быть вовлеченными в процесс ремонтных работ. Мы присылаем ежедневные, еженедельные фотоотчеты, видеоотчеты нашим заказчикам. Очень многие наши клиенты из отдаленных уголков нашей Родины, и им достаточно комфортно работать с нами в процессе ремонтных работ. Если вы хотите точно такой же современный крутой ремонт, как мы увидели в этом видео, смело обращайтесь в нашу компанию. До встречи на замерах!